Региональная программа «Мой подъезд» полным ходом идет в Люберцах. В работе сейчас полсотни входных групп округа. Качество ремонта в городке А оценили представители управляющей компании и власти муниципалитета. Бирюзовые стены, новая плитка на полу, почтовые ящики и отреставрированные перила. Отделка подъезда в 10-м доме по 3-му почтовому отделению включила в себя все необходимые пункты. Большая часть входных групп округа в этом году легла на плечи ЛГЖТ. Несмотря на это, управляющая компания опережает сроки. Подъезды делают быстро, в течение месяца, чтобы не доставлять неудобств жителям. Нам предстоит отремонтировать около 400 подъездов. Единственная проблема, ну они не проблемы, но решаемые. Кто-то согласовал жители цвет краски, а другим не понравилось. Пока вот все это, недели-две, пока мы выбирали, пока думали, пока согласовывали, вот это такие вещи нас чуть-чуть затягивают. Всего же в 2020-м обновят 470 люберецких подъездов. За годы реализации региональная программа преобразила более 3000 входных групп округа. За эти годы мы набрали определенный опыт, но и качество выросло, естественно, ремонтных работ и жителей. Как говорят, человек быстро привыкает к хорошему. Вот это хорошее надо культивировать. У нас стоит задача, вот уровень ремонта подъездов, который мы за последние годы на этот уровень вышли, просто удерживать. Весь объем работ на этот год подрядчики должны закончить к 1 сентября. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ,